Серп и молот. Пересадка на станцию площадь Ильича и Римская Московского метрополитена. Thank you.
Серп и Молот, Мелисандр, на станции площадь Ильича и Римская, Московского метрополитена. Следующая остановка. Нижегородская. Переход на станцию Нижегородская, Московского центрального кольца. Ой, Олег, я же девочка. Ой, семейство мое. Следующая остановка. Нижегородская. Переход на станцию Нижегородская, Московского центрального кольца. Осторожно. Двери закрываются.
Ленина, переход к электропоездам Казанского направления. Чухлинка. Переход к электропоездам Казанского направления. Осторожно. Дверь закрывается. Переход к электропоездам Казанского направления. Следующая остановка – Кусково.
Следующая остановка – Новогиреево. Осторожно, двери закрываются. Остановка Риэлтова. Осторожно, двери закрываются. Алло, алло. Да-да-да, да. Когда были предварительные голосования, голосовала?
Следующая остановка – Никольская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Салтыковская. Осторожно, двери закрываются.
Следующая остановка Кучина. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – железнодорожная. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
пассажира. В последнее время участились случаи детского травматизма на железной дороге. Будьте внимательны. Не дайте детям стать инвалидами. Следующая остановка черная. Осторожно, двери закрываются.
кажется, что долго. Следующая остановка – Заря. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
Зря. Следующая остановка. Купавна. Молодец. Мы сейчас сдохнем вечером. Не чувствуешь? Сынусь. Следующая остановка – Купавна. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – платформа 33-й километр. Осторожно, двери закрываются. Ну, Саша, с другом. Доброго пути вашему вниманию. Хочу предлагать рабочие. Ну, да, ну, мы их совсем стоим, но это самое. Есть рабочие, тем больше, если не самые цветные припары на стол.
пакеты пищевые, посолочные, хорошего качества, Остановка. Электроугли. Осторожно. Двери закрываются. Я зонт, слава богу, есть. Сейчас я побегу, а ты будешь зонт. Ты, кажется, не будешь. Иногда будет. Электронная. Ну, вообще, да. Иногда бывает. Хоть время показывает. Я знаю, точно знаю. Хорошо. Смотри, замечательно.
Я здесь не знал. Не, мне показывали друг на первом плане, который проходили. Она идет. Нет, она идет Следующая остановка. Ну, да. Все думают, что просто там может быть. Или это говорит, да? На самом деле здесь еще более-менее. Говорю, когда смог уехать, мне пришлось я между кругом и сажать. Но ее же не убирают, ничего там, запах, конечно, такое. У него похожий случай. У меня в детстве был такой похожий случай. От Кланчевской. Ну не надо лицо. Бедняжка. Розочка. Следующая остановка. Платформа 43 километра. Да, когда я нам видно. Нельзя. Если контры пойдут, и я буду курить, мне, знаешь, какой штраф поедет? А ты убежишь. Именно я, да. Побежал такая. Мне просто здесь скользят. Я вот положу, положу, если вспомнишь. Ты похожа, если тебя перебежишь, и еще все. Они что ли, по-моему, если еще могла, а сейчас ты будешь. Да ты не так молодец. Вижу, часто буянки. Да не буянки.
все в один день, и все. Сколько еще станций осталось? Один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, восьмой, девятый. Короче, вот 10 станций еще. Я знаю, Павел Посадов. Следующая остановка Храпунова. Осторожно, двери закрываются. Кусали или что? Блин, слышите, надо брызгалку купить реально. А в кафе там магазин, где мы купим? Если там будет ливень, не пойдем в какой-то магазин. Пойдем. Не пойдем. Побежим. Да, вот я вообще беду вообще такая. Станции не так уж далеко расположены друг от друга. Вот и. Храпунова, Есина. Вообще близко. Мы уже близки, да. Ну, ты так больше всегда должен быть, по моим подсчетам. Сейчас. Ну, у меня 8 минут вперед это время. 4.47. Если до палатки 400. Следующая остановка Есина. Осторожно, двери закрываются. Смотри, до палатки, если мы дойдем, 400. Если прям до участка, еще 50 рублей. 450 рублей. Ну, это норм поехал. Ну, конечно, с каждым годом целый раз. Что такое? Угу. С какой стороны-то? На тебе бонус. Нет, спасибо. Он будет. Так, от мутыши надо избавиться. Где сухая, пригодится. Да. Лохмат. Вот сейчас, извините. Они пока увидят, уже бутылка ищет.
так делаю. Следующая остановка – Фрязьево. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
там закрыто. Тут он далеко стоит от Курского вокзала. Следующая остановка Казанская. Осторожно, двери закрываются. Это будет часы, да? Да, нет. Мы находимся на другой транспортное кольцо. Цикады. Новая дорога. Сейчас. Саш, ты Даню позови в воскресенье. Красиво. Даню позови в воскресенье. А вот здесь, да? Да. Я же собирался его позвать. Про кого? Там моего чего? Друга. Зачем? Познакомьтесь. Прям не бываешь. Твои сказочки эти, я всегда слышу. Двери давай рассказывать. Переводить-то умеешь.
Следующая остановка – Волхна. Осторожно, двери закрываются. Чужнокурска? Да. Рэфти который? Ты уже какой раз? Пока. Ага. Уважаемые пассажиры, двери нашего поезда автоматически. Во избежание несчастных случаев не прислоняйтесь к дверям, не высовывайтесь из окон, не задерживайтесь при посадке и высадке. Подстюк. Да, плюет бесконечно.
Поймали ответ. Не, там молодая гражданка, а вот здесь целовый. Следующая остановка Ленская. Рекси. Рекси. Выйдем, когда все выйдут из поезда. Следующая остановка Ленская. Осторожно, двери закрываются. Выгон кухня, там закрылся, да? Ага. Она детский сад пошел. Мы одни прям с мобильщик, понимаешь? На даче. Кстати, даже лучше, чем просто. Ну, кто на даче, а, не Thank you.
Ковригина. Давай, Ковригина следующая. Ковригина рядом. Одна фотка у него. Thank you.
Thank you.
Но это снаружи. Я могу и так стоить еще. Ты пойдешь из того времени уже будет? Где? В дверях?
сюда, вперед. Давай я понесу зонтик. Сейчас спустимся. Если бы не скользко, убирай ее, Леш. Сейчас. Ты что, нас сейчас затопчет, он убей.